Американский актер Стивен Сигал неоднократно говорил о любви к России. Недавно артист признался, что будет жить и умрет в России. Звезда фильма «Охота на зверя» принял участие в марафоне «Знания». В рамках мероприятия он ответил на волнующие вопросы журналистов, а также поделился позицией относительно специальной операции России на Украине. «Мой дом, конечно, в Москве. Я буду жить и умру в России. Это мой дом навсегда», — заявил он. Сигал подчеркнул, что Россия вынуждена начала спецоперацию на Украине. По его мнению, к этому страну подтолкнул Запад и НАТО. Кроме этого, актер выразил уверенность в победе России.